Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и Lenovo Fab 2 Pro с 3D-камерой выйдет только в ноябре. Ссылочку, конечно же, на интересные товары и предложения вы найдете в описании к видео. Переходите, смотрите, интересуйтесь, покупайте. Итак, поехали. Ранее в этом году компания Lenovo представила смартфон Fab 2 Pro. Первое и пока единственное коммерческое устройство в рамках проекта Project Tango. Аппарат должен был поступить в продажу еще до конца этого лета, но в прошлом месяце стало известно о задержке, а дату старта продаж перенесли на осень. После презентации новых устройств глава направления виртуальной реальности Google Клей Бейвер рассказал, что Fab 2 Pro будет доступен для покупки в ноябре. Особенностью Fab 2 Pro является система из двух камер, а также датчиков глубины и захвата движений, которые сканируют трехмерное пространство с частотой 250 тысяч раз в секунду. Благодаря этому пользователь может сканировать окружение, использовать приложения и игры на основе дополненной реальности, измерять расстояние, габариты объектов, создавать 3D-модели, изменять интерьер помещений в режиме реального времени с помощью специальных дизайнерских программ и многое другое. Клей Бейвор также подтвердил, что в США Fab 2 Pro можно будет приобрести за $499. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.